одном цирке жили-были жонглёрские шарики. Вы, наверное, думаете, просто обыкновенные шарики? Нет. За долгую свою жизнь в цирке они привыкли к рукам жонглёра и стали ручны. А жонглёр... Жонглёр мечтал стать дрессировщиком. Лошарик? Да. Значит, у меня есть свой зверь. Значит, я теперь настоящий дрессировщик. Да, ты теперь настоящий дрессировщик. Приручить такого странного зверя, то ему можно. Часто приручить ему можно. С ним выступать. Подождите. Прости, но ты сам понимаешь. Понимаю. Понимаю. Я не настоящий. Мне нельзя с ними вместе выступать. Вместе. Настоящий.
Спасибо! Зачем им нужен лошарик? Он же не настоящий! Он самый настоящий! Он добрый! Лошарика! 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 Прощай, цирк, арена, зритель, думал жонглёр, ведь это я обидел лошарика. Но настоящие друзья умеют прощать. И лошарик простил жонглёра.